Рамадан – время хороших поступков. Именно этому учил мусульман пророк Мухаммед. А перед праздником Ураза-Байрам проводится праздничное разговение. Сейчас ифтары проходят во всех городах Подмосковья. Мы молим Тебя, чтобы Ты также даровал каждому из нас свое благословение, даровал баракята, чтобы мы шли по Твоему пути, пути, которые будут, мы будем созидать, будем идти вперед, развиваться, развивать свою веру, укреплять свою веру, а также будем, иншалла, приносить также пользу своему отечеству. Неважно, на каком языке ты молишься, главное – искренне. Именно такие наставления получают правоверные мусульмане. В этом месяце также предписан обязательный пост – один из пяти столпов ислама. Ифтар – вечерний прием пищи. Но мусульмане собираются не только для того, чтобы разделить трапезу. Они рассказывают о благих деяниях, о тех, кому нужна помощь, и думают, как ее оказать. Мы вот сидели с моим коллегом Петром и Яном, который по совместительству еще возглавляет общественную палату «Люберец», и разговаривали по поводу уроков добрососедства. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, об этом нужно открыто и честно говорить. Когда люди разрознены, когда слишком много поводов вставлять шпильки и разделять нас между собой. И мы должны помнить, что наша страна с тысячелетней историей была, есть и будет многонациональной. А на территории Московской мемориальной мечети на Поклонной горе открылся шатер Рамадана. В 14-й раз он собирает вместе мусульман со всей России. 22 мая праздничный ифтар был посвящен духовному управлению мусульман Московской области. Оно объединяет десятки мусульманских организаций и религиозных групп Подмосковья. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.